Мыши часто оказываются там, где не должны быть. Например, в булке хлеба. В 2009 году житель Англии Стивен Форс решил сделать бутерброд для детей. Он взял хлеб и увидел странную темную полоску. Сначала мужчина решил, что этот хлеб просто подгорел. Но потом посмотрел поближе и понял, что это была мышь. Самое ужасное, что у нее отсутствовал хвост, и самое интересное, что его так и не нашли. Мужчина отдал хлеб в английский Роспотребнадзор. Компания Friday Premier Foods, которая испекла этот хлеб, признала свою вину и что она не соблюдала процесс выпечки на всех этапах производства. Ей выписали штраф 5500 английских фунтов или 600 тысяч рублей. А суд принял решение, что Friday Premier Foods должна заплатить еще 11 тысяч фунтов.